Жители села Акбулак, расположенного в Сузакском районе, устроили настоящий праздник для своих матерей. Мероприятие было объединено с древней традицией Иркесе. Стоит отметить, что торжество порадовало местных жителей. На мероприятии были организованы такие народные игры, как тушокесмей, топташ, джолукташтамай. Ушул енелер майрамы болот дегенден баштап күнү-түнү аракет кылып өзүмдүн ушу. Когда я узнала, что пройдет мероприятие, посвященное матерям, я днем и ночью готовилась к сегодняшнему мероприятию. Я думаю, наши старания не прошли зря. Праздник матерей стал хорошей площадкой для начинающих артистов, которые еще не добились признания. Во время праздничного мероприятия некоторые из жителей играли на комузе, а другие развлекали матерей своими песнями. Если дети хорошие, это заслуга их родителей, и наоборот. Хочу поблагодарить всех за устроенный праздник. Все прошло на высоком уровне. Мероприятие было полностью организовано усилиями местных жителей. Стоит отметить, особенностью праздника стало то, что были организованы номинации «Лучшая семья» и «Лучший организатор». Представители местного самоуправления считают, что подобные мероприятия вносят большой вклад в региональное развитие. Для человечества женщины являются чем-то большим, чем просто человек. Нас воспитывает, растит женщина. Все это нужно ценить и постоянно благодарить. Стоит отметить, в Сузакском районе расположились более 120 населенных пунктов, где проживают 270 тысяч человек. На территории Кызылту 20 сел. И подобные мероприятия, посвященные матерям, проводятся и в других местностях. Дастан Газканов, Тазагуль Шамшиев, Улук Баймурзаев, Эрнисто Муралиев, Нью-ТВ, Джалалабадская область.